И всем привет, с вами Низирамос, мы продолжаем проходить Resident Evil 4. Так, у него ничего интересного. Это мы с вами все в прошлой серии видели. Сейчас у нас будет замес, на котором я в прошлый раз умудрился подохнуть. Как самое гениальное существо во всем этом мире. Ну, сначала эти. Я потом не догадался тот шкаф у того окна задвинуть. Тогда бы я мог вот в этом углу спокойно от них отбиваться. Надо бы сейчас не забыть это сделать. Пока что собираем всю хренотень, которую нам дают. Всякие гранатки, травки. Чутка дробовиковых патронов. Как вы посмели? Так, что он там дал? О, шикарная вещь. Опа. Надо все-таки задвинуть. Че, я не задвинул, что ли? А, его сломали уже. Ох уж эти. Ох уж эти люди. Надо быстренько собрать всю эту хренотень. В принципе, я ожидал, что ты сейчас идешь. Да, пожалуй, наверх стоит пойти. Ох ты гад! Чё ты топором меня кидаешься? Пшёл отсюда! Это нельзя пропускать. Ауч. Давайте пистолет постреляем. Нет, мне кажется, стоит подлечиться. Луис, надеюсь, не обидится, что я его поджарил немножко. Ух ты. Теперь пора. Ты чего выжил-то? Ага. Что за Бейзи? Бейзи. Опа, нет, нельзя к этому подходить. Ладно, используем еще одну. Нет, вот эту. А вот, сам себя чуть пожарил. Ладно, не так страшно. Зато эта толпа уже не стала здесь. Пошел отсюда. Ушли отсюда. О, внизу там ничего нет. Да вроде нет. Да захлопнись ты.
Он с патронами снабжает. Кто? Куда? Внизу? Ага, внизу. Полетели. И хоть с одного что-то упадет. Ничего не выпало, ни с одного из них. Ха-ха. Просто разошлись. Им надоело. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Луис. Такой весь загадочный, испарился в тумане будущего. Да, мы прошли этот момент, погибли один раз. Быстро идем на улицу, там что-то могло еще остаться. Ну, вот это остается здесь. Патрончики. Можно залезть. О, даже внутри еще что-то осталось. Обалдеть можно. Зачем, конечно, скидывать, я не понимаю. И профессиональненько так прыгнуть. Если пойдет как цивилизованный человек, или тоже через окно прыгнет? Нет, видимо, все-таки как цивилизованный. Патрончики. Ну, давайте к этому зайдем. Я сначала в его домик. Две дороги. Совсем недавно Лорд Садлер сообщил, что наши люди сбили американский военный вертолет. Теперь не должно быть никакого внешнего вмешательства. До тех пор, пока американское правительство не обнаружит, кто же предатель, они не осмелятся на серьезные операции. Мы должны воспользоваться этим преимуществом во времени и вернуть девчонку. Есть лишь два пути, по которым американцы могут уйти отсюда. Здесь мы должны остановить их. Нужно максимально использовать наши силы. Одну дорогу будет перекрывать большая группа Ганада. Другая будет находиться под охраной Эль-Гиганта. Можем быть абсолютно уверены, что они не сбегут от нас. Какую бы дорогу не выбрал агент, он не выберется оттуда живым. По крайней мере, он не уйдет отсюда с девчонкой. Wait, follow me. Так ты где там? Эшли. Не бейся меня. А что с мостом-то? А почему он сказал, что мост того, по которому он пришел сюда? Вроде же нормально работает. Или он что-то другое имел в виду? Ладно, не важно. Не важно. Идемте к торговцу. Здесь вроде бы я ничего не пропустил. По крайней мере, я больше ничего не вижу. А раз я ничего не вижу, значит я ничего не пропустил. Шикарная логика. Я только вот здесь разве что. Там может быть что-то лежать. Может быть что-то лежать. Супер. Но здесь также забавно, ничего вообще не лежит. Ладно, все. Идем к тебе теперь наконец-таки. Welcome. Welcome. А, у него только сейчас каратель продается, обалдеть. И даже у него, смотрите-ка, 0,9 мощность пистолета, а не единичка. То есть в чистом виде он даже послабее идет. Так, лекарства нам доступны для покупки, но нет, спасибо. Я надеюсь справиться, пройти игру, не покупая лекарства. Это одну гранату надо продать. Хотя не буду продавать. Только разве что перезаряжу дробовик. Перезаряжу ТМП. И у нас тут
две дороги. Налево пойдешь, в толпу ганода попадешь, направо попадешь, в лапы к гиганту попадешь. Давайте сначала лево. Я пройду оба пути на самом деле. Хотя бы потому, что там, как вы по карте могли заметить, там и там лежит какое-то сокровище. А сокровище — это такая вещь, которая нам обязательно нужна. Сколько тут всякого хренотени. Давай, иди сюда. Так. Ты живой еще? Успокойся уже отсюда. Вот эту бочку, по-моему, можно взорвать будет. Точнее, телегу. Вот так и нормально. То не хотелось эту телегу на одну представительницу класса ганада тратить. А, мне сюда идти? Не заметил. Ну, если пускай там сидит. Зачем ей с нами идти? Ты на кого вилы поднял? Деревенщина. Вилку он у меня поднял. Козленок такой маленький. А зачем я перезаряжаю? Мне что-то показалось 0,5. Я думаю, ты что себе спотратил? А там было 95. Иди сюда. А иди отсюда. Да я сказал... Я сказал, ты умрешь. Ага. Отлично, как только что пропало немного денег. Нехорошо. Давай, подходи. Ой-ой-ой. Что-то пошел совсем не по плану. Иди отсюда. Ой-ой-ой. А, он внизу там был, ну ладно. Да чтоб тебе, отстань от меня, больной. Убью нафиг. Убью тебя. Уходим. Ну, придется потратить. Ну, вроде все. Я готов к следующему этапу. Замечательно просто. Я могу не туда гранатку кинуть. Не трогать лестницу. Главное, чтобы конец сбоку никто не подошел. Так вы там внизу обе, да? Успокойтесь, а. Не очень-то удобно с бензопилами поднимать лестницу, а? О, я их могу на свой же простреливать. Давайте, кто следующий? Минус одна. Давайте по-быстрому ее
Расстреляем уже. Рубин еще один. И ключик. Главное было здесь успеть рубин собрать. Больной, что ли, топорами кидаться? Сначала получись так кидаться, а? Опа-опа. Ладно, ладно, что ты обижаешься? Хорошо ты кидаешься. Хорошо, хорошо топорами кидаешься. Ты бы точно победил в соревновании по бросанию топоров. Успокойся. Не убивай меня. Обиделся еще что-то. И да. Гад, я тебя соврал. Хреново ты кидаешься. Ха-ха. Какой нехороший. Кстати, говорю, ключ от лагеря-то прямо здесь нужно использовать уже. Ну, если пускай пока там и сидит. Че, и с нами бегать? Ну, вот именно. И нет смысла есть с нами бегать. Бах. Если я знаю, у нас вот такая вот хреновинка есть. Леон, не нравишься ты мне в таком состоянии. Давайте используем лекарство. О, слеповая. И красный камень. А, собственно, это и было сокровище наше. Которое нам тут надо было найти. Но я не знаю, что я иду сразу же обратно, ну, на другую территорию. Только неспешно, походочкой. Не очень. Мягко говоря, не очень хорошо потратил. А, сзади? Нет, сзади нет. Да ухлопнись отсюда. Опа, опа, опа. Опа, нет, нет, нет. Не подходите ко мне. Сколько же вас тут? Бесконечность, что ли? Ладно, потрачу гранату. Не хочу, чтобы они меня убили. Точнее, тронули даже. Я могу этих даже подойти... И влепить. И вот этому влепить. И свалить отсюда, пока они не передумали. Ты чё, совсем озверела? Да не подходи же ты ко мне, психопат. Чтобы она нас не схватила. Это чтобы она нас тоже не схватила. Ах ты, чтоб тебя! Да отстаньте от меня, психопаты! Опа, не пытай. Ладно. Не подходись ко мне. Патрончики-то кончаются. О, хотя бы эти чайники хоть немножко патронов нам дают. Хоть что-то хорошее.
Да, там впереди, если что-то было, тоже пропало давно. Ладно. Только вопрос, было ли там что-то или нет. Хотя патроны для ТМП есть. О, нет, смотрите, еще что-то есть. Патроны и немного деньги. А мы здесь сделали, в принципе, все, что нам было нужно. И идем назад. Ага, оказывается, я тут пропустил ящичек. Бочечку. Нашел. И то хорошо. А здесь я что-то пропустил? Да вроде нет, не вижу что-то. А? Погодите-ка. Да чтоб тебе. Нет, курсор не наводится. Ну, прицел лазер там не появляется, значит там ничего нет. Так, Эшель, давай. Вылезай уже. Посмотрел на меня. Ну, в мою сторону. Чё себе она быстро... А, мне казалось, этот ящик где-то вот здесь вот находится. Я думаю, ничего себе она быстро так прибежала ко мне. Оказалось, что она просто была слишком близко по умолчанию ко мне. Так, мужик. Мне нужны патроны. Welcome. Есть что по этому вопрос? Ты угораешь? Угорает, гад. Смотрите на него. Да, он потом буду продавать, сейчас все равно деньги не нужны. Comeback anytime? Ну окей. Comeback, ну, в anytime. Теперь справа откроем. Теперь левый ворот у нас закрылись. Тут вроде была сохранялочка. Отлично, сохраняшечка. Давайте пойдем теперь вправо. Как мы помним, направо пойдешь. В лапы или гиганта попадешь. Нас тут так предупредили. Здесь нет контейнеров, куда мы можем Эшли сныкать. Вроде бы нет. Wait. Так, светло, кстати, и дождя нет. Чего? Отпустил? Я не думал, что он появляется у нас там, где мы появляемся. Вот это, честно сказать, не знал. Я думал, он прыгает где-то вдалеке перед нами. Ага, смешно. Смешно, Игорь. Я заценил шуточку. Хорошо, тогда идем вдвоем. Эшли, не отставай. Мы бежим от этого чайника. Да беги же ты сюда. Да отпустил ее. Так, режем козлину. Так, Эшли. Тебе это нужно? Тебе нужно подлечиться. Так, мы немного отступаем. Ладно, меня схватил хотя бы.
Ту-т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 у-
Да отстанет от меня. Не надо ты меня ломать. Да, я забыл подзарядить дробовичок. Да что ты меня схватил-то? Псих, что ли? Ладно, в принципе, еще разок успею. Давай, Леон, режь эту скотину. Режь его полностью. Фух, справились. О, какая тушка. Там даже какой-то таймвент пошел, чтобы уклониться от него. 15 тысяч. Зажигалка. Шпинели. Куча всякой хрени. А, это... Он домик раздавил своей тушей. О, какой модный ключ. Продать такой можно. Дробовик перезаряжен. Блин, эти вороны каркают. Как будто ганадосы на нас прут уже. Точнее, даже не прут, а как очень похож на звук, когда ганадосы именно умирают. Какой-то определенный тип у них там с таким стоном это дело происходит. Ладно, выжили. Из-за моего... Из-за того, что я не ожидал, что этот умник умеет так делать. Разочек сдохли. А там ничего нет. Тут что-то есть на стенах, я точно знаю. Тут сокровища есть где-то. Висячие на стене. Или не на стене. Ну, в общем, где-то его висит, надо его сбить. Не в этой хреновине. Где оно? Как здесь есть? Есть что? Нет ничего. Куда ты вертишься? Здесь, что ли? А, я эту бочку даже прострелить, чтобы я не могу. А, могу, но смысла нет. А, вот в ведрах что-то висит. Пыум, такой упал. Фиолетовый камень в вашем дипломате. Такой очень красивый, шикарный камень. И комбинируем с маской. Полностью восстановленная маска с тремя камнями. Как красивая штуковина. Теперь мы можем ее спокойно продавать. Когда нам нужны будут деньги. А ох уж этот барыга, мы не можем сейчас ничего прокачивать. Поэтому нам деньги сейчас не нужны. Ну, подумаешь, у нас лекарств нет. Но я все-таки постараюсь прожить так, чтобы нам не надо было лекарства использовать. Ну, то и бишь. Старый ключ использовали. Ну, я сделаю все, чтобы я смог именно на тех лекарствах, что нам дают, выживать. Это... Что такое? Что за мешки с надписью? 0,8 какой-то значок. Я понял, в этих мешках по 8 значков лежит. Очевидно же. Чего я не понял-то сразу? 0,8, это значит количество. Это значок, значит, что там значки лежат. Логично же? Логично. Здорово, мужик. Я твою бочку сломаю. О, патрончик. Welcome. Ты, кстати, случаем не заражен, чего у тебя глаза светятся. Да чтоб тебе. Ничего здесь у нас. Интересно, не продается. Поэтому... Конечно, это хороший вариант был бы купить, но я не хочу тратить деньги на лекарства. Хоть их у нас сейчас и много, но они нам еще пригодятся в будущем. Вот когда я оружие хорошее смогу купить, мне его прокачать нужно будет. Последняя защита деревни.
Я сильно недооценивал способность американского агента. Он до сих пор жив. Я думаю, что нужно лишь подождать, пока Лас-Плагас завладеет им. Но кажется, он разрушит всю нашу деревню, прежде чем это случится. Поэтому мы должны устранить эту неприятность. На некоторое время нужно сменить приоритеты. Мы приостановим охоту на Луиса и схватим американцев. Неподалеку от подъемника есть здание, которое отлично подойдет для выявления предателей. Здесь мы сможем устроить на них засаду. Даже если это и не получится, им придется встретиться со мной у ворот в деревню. Потому что только я могу открыть их. Отлично. Судя по высокомерному тону, этой записки ее писал сам Битарес Мендес. А на этом мы заканчиваем эту серию. Я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч в следующих видео.